история нейрохирургии Узбекистана тесно связана с именем доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника здравоохранения Республики Узбекистан Марата Хикматовича Кариева. Он был прекрасным педагогом, блестящим лектором и заботливым руководителем. Благодаря усилиям профессора Кариева Марата Хикматовича был организован Республиканский центр нейрохирургии, а также организованы нейрохирургические отделения в областях Узбекистана. На сегодняшний день его ученики работают во многих странах мира. Под руководством Марата Хикматовича выполнены и успешно защищены 10 докторских и 34 кандидатских диссертаций. Он был автором около 500 научных работ, 6 изобретений, 30 методических рекомендаций. За заслуги в развитии нейрохирургии Марат Хикматович Кариев был награжден орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями. Ему были присвоены звания заслуженный работник здравоохранения Узбекистана, почетный член Ассоциации нейрохирургов России, член Общества нейрохирургов Азиатско-Тихоокеанского региона, хирург от Бога Кариев Марат Хикматович навечно остался в сердцах и умах людей, знавших и любивших его. На сегодняшний день Республиканский научный центр нейрохирургии – это большой научный комплекс, который продолжает оказывать специализированную нейрохирургическую помощь всему населению Узбекистана и соседних республик под руководством доктора медицинских наук профессора Кариева Гайрата Маратовича. Если мы вспомним историю, то нейрохирургия стала развиваться в середине 30-х годов, когда в Ташкентском государственном мединституте работали великие ученые, такие как Захарченко, это был невролог Михаил Андреевич, грамотным неврологом, очень сильным специалистом. Он ставил диагнозы, а хирург профессор Орлов Иван Иванович оперировал пациентов с патологией головного и спинного мозга. Второй толчок к развитию службы нашей, к сожалению, придала Великая Отечественная война. Когда во время войны сюда были эвакуированы специалисты из ведущих клиник бывшего Советского Союза, Ростовский мединститут, Ленинградский мединститут, и в Самарканде, Фергане, в Ташкенте работали такие профессора, как Эмдин, Калужский, Рихтер, которые явились основоположниками нейрохирургии в Узбекистане. Третий толчок к развитию службы уже придали 60-е годы, когда повсеместно стали появляться наши кадры местные. В их числе это мой отец, основоположник, я думаю, так, службы нейрохирургии Узбекистана, Кариев Марат Хикматович. Сегодня мы имеем развитую сеть нейрохирургии, которая оказывает круглосуточную помощь нашим пациентам. Тоже отрадно отметить, что в Узбекистане сейчас имеется весь комплекс диагностических средств. Если в 70-х годах диагностика была представлена обычной банальной рентгенографией, эхоэнцефалографией и электроэнцефалографией, то сегодня в арсенале нейрохирургов имеется весь комплекс. Это и магниторезонансные томографы, компьютерные томографы, ангиографы и много о чем могли только наши предки мечтать. Что хочется отметить, мы стоим сейчас накануне большого праздника нейрохирургов нашей страны, проведение образовательных курсов Всемирной Федерации Нейрохирургов. Данные образовательные курсы выполняются с той целью, чтобы научить молодых специалистов нашей страны современным методам диагностики и лечения, те, которые сейчас приняты во всем мире. Последние годы руководство страны ставит перед нами задачу развитие службы не только в центрах, но и в региональных клиниках. И данная конференция, она тоже проводится в Самарканде. Самарканд вообще является как бы центром, логистическим центром нашей страны, поэтому мы собираем туда всех наших специалистов. Как подчеркивает наш президент, основной упор сейчас делается на молодых специалистов. И нынешняя молодежь, я думаю, что вот на этих образовательных курсах получит новые знания. И все это пойдет во благо развития нашей службы в Узбекистане.
настоящее время трудно переоценить проделанную работу нейрохирургами Узбекистана. Стоит отметить, что за годы плодотворной работы сотрудниками Республиканского научного центра нейрохирургии освоены современные методы лечения патологии головного и спинного мозга. Для оказания квалифицированной практической помощи в научном центре имеются различные по профилю отделения, в том числе отделение детской нейрохирургии, а также лаборатории, оснащенные необходимым современным оборудованием. За последние годы в нейрохирургической службе произошли качественные изменения. Улучшилось материально-техническое оснащение нейрохирургических отделений. Диагностика нейрохирургических заболеваний проводится с применением комплекса как классических, так и новейших инструментальных методов. Большое внимание уделяется научному потенциалу центра. На базе центра организованы кафедры, где проходит обучение молодые кадры. Кроме того, сотрудники центра активно принимают участие во всех конференциях и симпозиумах, организуемых Американской, Европейской и Азиатской ассоциацией нейрохирургов. Конечно, успехи нейрохирургии в республике огромны. И в этом заслуга правительства во главе с президентом Республики Узбекистан, когда делается все для человека.